Иду, иду, сынок. Неужто еще не встал? Завтракает. Чи! Батюшки, неужели простудился? Пусть нору копать получится. Вот и разогреется. Пойдем, миленький, покопаем норку. Смотри. Раз, два, три, четыре. Раз. Два. Ну вот, так я и знала. Заболел, сыночек. Осторожно, не ушибся? Мама, мне кушать хочется. Ты же недавно завтракал. А я не наелся. Ну хорошо, идем. Я научу тебя ловить жучков и находить вкусные корешки. Я что-то устал. Ты лучше сама принеси корешков и жучков тоже. Ну-ка, сыночек, помоги мне. Ой, папочка, не могу, у меня спинка болит. Ох, и лентяй же ты. Лентяй. Какой же я лентяй? Раз, два, три, четыре. Слышишь, учится копать нору. Как бы не так. Небось, ворон считает. Ну, что еще случилось? Бежим скорее. Сыночек пропал. Раз, два, три, четыре. Сыночек, барсучонок, где ты?
Ух, проголодался. Барсук. Это все равно. Ух, я вас. Ах, как здесь страшно. Чего ж ты боишься? Разве ты не видел, как я бросился тебя защищать? А мной не пропадешь. Пропал наш сыночек. Ну ладно, успокойся. Давай теперь здесь поищем. Ты иди прямо, а я пойду вдоль оврага. Thank you.
Это барсучонок, детки. Ты зачем сюда залез? Пусти меня, я боюсь. И с чего захотел? В чужой норе прятаться. Ты свою вырой. Ах, это ты, косой. Не видел ли ты сыночка нашего, барсучонка? Вот, а я как раз от него. Значит, он жив. Стойте, не подходите. Я люблю, когда меня слышат издали. Ваш барсучонок цел и невредим. Если бы не я, его разорвал бы филин. Не пугайтесь! Я сейчас его вам приведу! Сейчас зайчатинка и закушу! Сейчас я вытащу и съем обоих. Мама, кто это? Это, наверное, барсучонок. Посмотрим. Кажется, волк ушел. Только ты первый лезь, а то мне что-то в глаз попало. Мама, смотри, барсучонок.
видала ли ты где нашего сынка, барсучонка? А он здесь. Я его только сейчас от волка спас. Мама! Папа! Сыночек, милый, дорогой мой. Ha 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 ha